Приветствую, уважаемые друзья! Стоп-кадр для вас. Чемпионат Украины по футболу. Киев, стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встречаются «Динамо Киев» и «Металлист» 1925. На табло это вы видите 42 минуты 20 секунд сыграно, и сейчас для вас самый интересный момент первой половины игры. Видите, атакуют динамовцы, они в белом. Вот удар, и вы видите Сидорчука сбитого, и арбитр показывает, как говорят футболисты, на точку. Пенальти. Пенальти в ворота гостей. «Металлист» 1925. Вот сбит капитан динамовцев Сидорчук в штрафной площадке гостей. Вот нам показывают с другого ракурса. Спасибо программе украинского телевидения 2+2. Вы видите их титры со свечкой памяти. Военные дни 2022-го. Цыганков бьет. И вратарь гостей парирует пенальти. А еще говорят, что 100-процентный гол. Вот и Луческу очень, конечно же, недоволен. Вот вы посмотрели самый интересный момент первого тайма. И это, представьте себе, когда в Филадельфии 8 с минутами утра делаю эту запись для вас. И продолжим после перерыва.